Я к тому, что актерское мастерство – это пласт изучения всего вокруг. Наблюдение за другими людьми – это классно. Особенно, знаешь, вот интересно тоже, вот когда, извини, я тебя немножко отэтываю, да, то есть по времени у нас немножко, ну вот сегодня, значит, ну ты же понимаешь уже, вот сегодня идет мне навстречу баба такая толстая, значит, с какой-то тут, ну, собачкой маленькой, ну, значит, все прекрасно, из такой агрессии. И ты такая маленькая, идешь тут такая ей навстречу, ты понимаешь, что агрессия идет по отношению к тебе. И ты, я просто-напросто сразу начинаю включать тоже негатив. Для чего? Чтобы отпустить энергетически человека. Я понимаю, что я там два раза то худею тебя там и все остальное. И ты начинаешь вот эту вот энергетическую борьбу, ты начинаешь ее ощущать, чувствовать. И это, знаешь, это как бы вот своего рода отработка упражнения. То есть ты теперь в любой момент можешь начинать работать. Видишь высокомерного человека, попробуй опустить его нос вниз, что получится, как бы у тебя внутренний монолог идет. Или чувство превосходства, я вижу, женщина идет через зал с чувством превосходства, я говорю, такая красивая, такая ля-ля-ля, значит, смотрите на меня все, ты берешь, встаешь в чувстве превосходства, идешь, не то, что ты мимо нее проходишь и начинаешь на ощущениях своих работать. Опустила я тебя? Или не опустила энергетически. Вот это вот довольно-таки вот интересные вещи. Сейчас люди это... Вчера я в лесу заблудилась. Я прекрасно понимала, что я как бы выйду. Я не туда повернула, обычно ходила, там час у меня уходил. А тут два часа я уже блуждаю. И я вышла на лыжню, чтобы добраться, ну, до какого-то пункта назначения. Я вижу там периодически лыжников пробегающих около меня. То есть люди есть. Я иду по этой лыжне. Час я как бы блуждала, я потерялась. У меня такой страх начался. Хотя я понимаю, что есть люди, есть лыжня, значит, я куда-то выйду. У меня страх внутри меня прямо вот это сидит, и я его прям записываю внутри себя. Для того, чтобы в следующий раз, если мне там надо будет вот этот вот страх показать, а причем на лице это у меня не написано, внутри у меня идет, у меня там внутри паника идет, а на лице ничего нет. И ты это записываешь где-то там по подкорку, что в следующий раз у меня... Надо будет сыграть персонажа, страх надо внутри будет держать, вот он у меня был вчера. Угу. То есть у тебя сейчас полностью идет работа с собой, все чувствуем, все записываем, все оставляем, на людей смотрим, за людьми наблюдаем, что они делают, как они себя ведут и так далее. Фух, это понятно? Это понятно, время бы еще на все это. Так вот, мимо идет человек, все, видишь, негатив, да, я тоже включу негатив и мимо пройду, что я почувствую, что будет? Человек уйдет энергетически вниз, я же тебе не говорю, что ты вот это вот берешь, и вот... это все в процессе жизни. Теперь твоя жизнь – это сцена, все, понял? Твоя жизнь – это сцена. Или нет? Попробуем.